Добрый день, дорогие слушатели! Начинаем концерт детских музыкальных хоровых школ. Уважаемые слушатели, как всегда, перед любым концертом мы обращаемся к вам с убедительной просьбой проверить, отключены ли на время программы ваши мобильные телефоны. Слово предоставляется заведующему хоровым отделом методического кабинета по учебным заведениям искусств и культуры Департамента культуры города Москвы, доценту Александру Васильевичу Цымбалу. Thank you.
Дорогие друзья, в заключение концерта слово предоставляется директору методического кабинета по учебным заведениям искусства и культуры Департамента культуры города Москвы, заслуженному работнику культуры России Алине Семеновне Цодыковой. Надежда Олеговна.
свидания, дорогие друзья. Всего доброго, до новых встреч. Очень хорошая стихи. Сказала. Ну что? Да, Сергей, что, наверное, наверное, а то там у нас, знаете, какая уже муха. Да, не пойдем, не пойдем. А вот если вы повторите, они будут еще мимо вас. Да, да, да. Да, что свидание. Продолжение следует...